Чуваки, самые положительные, главное 3 очка, хорошо начали. Самое важное, дальше будем продолжать. Почему в первом тайме больше атаковали, больше мяч держали, а во втором не получилось? Первый тайм вышли свежие, во втором тайме все-таки первая игра. Немножко подсели, было тяжеловато уже. Ага. Первый гол захватил, поздравляем. Какие вообще впечатления, как все получилось? Это моя работа. Что-то трудно, очень доволен, рад. Как поддержка болельщиков? Прекрасная, на самом деле, не ожидал бы от Воронежа такую поддержку. Фанаты здесь футбольные, очень спасибо, гонят вперед. И, кстати, их сегодня не было, основные фанаты. Ну, я думаю, на следующие игры потянутся обязательно. Какие сложности в игре, что вообще противопоставил вам соперник? Сложности? И в первую очередь сложности еще у нас возникают, потому что еще нету сыгранности той, которая должна быть. Короткий промежуток был подготовки. Соперник сегодня действовал больше от обороны. Было тяжело атаковать, сломать оборону соперника.